знает, почему ее удерживает сильно спать, и работает так же ровно, тебе тоже старается быть. Он тоже возрастной, ничего. А на каком он у нас месте сейчас, вот после первого снаряда? Сейчас мы говорим, а еще посмотрим, где он. Ладно, ладно. Что было? Давай посмотрим. На перекладе был чемпионат мира шестым, после концов выиграл. Вот так вот. Первый был в Лондоне на одной из высоких брусьев после квала, закончил восьмым, но там 15-11 вариант. То, где он у нас был, в 15 лет у него была оценка чуть выше, чем у Давида Белявского, и сейчас он может работать с помощью Мирина. Уже за 15 он опять получится. Они такие есть. Ну, спокойно работает. Ну, как спокойно? А он же, если надо, по международным... Ну, очень важно, программа 50-70 тысяч рублей. А вот это решение. А чем у нашего Давида тогда? Ну, видишь, это значит, Дима, тактика такая. Им этот снаряд раскачать надо, чтобы не завалить, не сделать вот такой беды, как, например, у Олега Верняга сейчас прошло. Он шел в атак. Он сам на своем снаряде шел. Ну да. Он, конечно, не как-то совершенно глупо это творил. Ну, видите, какая беда может быть. А эти так просчитывают свое выступление. Это у каждого своя тактика, своя стратегия. С чем? Полностью хочу сказать. Ну это да, это еще и очень серьезная работа тренера. Конечно, это серьезный тренер. Дима, когда мы говорим о Финансе, Италия, это уже Италия. Ну они, наверное, закупили, или как крестьянин. Закупили. Ну, а как? Они с другой стороны взяли гимнастию себе. Ну, нет, это я, конечно, просто он не бывал ранее. Не бывал. А, и сразу цена. А, это на договор, если бы... Давайте радиокамера умирать не будет. Почему-то все-таки у нас какие-то небольшие проблемы с сигналом. Итальянцы, видимо, я тебе отвечала, не отказать. Ну, такое случается, к сожалению. Сейчас с вами невозможно свести онлайн-репортаж, как часто это делать. Чтобы он только на наших не зависал. Ну, ладно. Не от меня зависит. Я знаю. На кольце, кстати, тот же Лихаевский, который лично мне понравился очень сильно. Когда? Он получил 13,8. То есть, там трудность предложили. Понятно. Вот по инстанции красив, конечно, Михаил. А вот вы посмотрели выступление повторяющего этого итальянца